Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як завжди, в цей час ми говоримо про можливості Одеської юрокадемії, говоримо про вступну кампанію, яка триває. Радий вітати в нашій студії декана соціально-правового факультету Олену Чанишеву. Добрий вечір. Доброго дня. Доцент кафедри трудового права і права соціального забезпечення Олександр Щукін. Вітаю, пане Олександре. Голова студентської ради Кирилл Кощук. Завжди радий бачити. Добрий вечір. Отже, продовжуємо говорити про можливості, які надає не тільки абітурієнтам, вже студентам, дає дорогу в доросле життя. Отже, пані Глина, які особливості навчального процесу на вашому факультеті? Я хотела бы отметить, что обучение на нашем факультете ведется по двум специальностям. Специальность права, специализация защиты прав человека и специальность менеджмента, специализация международный бизнес. И обучение ведется по образовательным программам, по бакалавриату, магистратуре, которые совершенно недавно были коренным образом обновлены, переработаны, трансформированы в соответствии с самыми современными требованиями обучения, европейскими тенденциями образования, с учетом требований и мнения, выбора стейкхолдеров, прежде всего наших студентов, выпускников. Это образовательные программы, которые включают в себя комплекс дисциплин базовых или так называемых обязательных, которые призваны сформировать личность юриста, менеджера, обучить его навыкам профессии, начальным навыкам. И выборочные дисциплины – это блок дисциплин так называемых soft skill, которые должны подготовить и сформировать у наших студентов так называемые гибкие надпрофессиональные навыки, которые будут им помогать в трудовом процессе, будут способствовать высокой производительности труда. Второй блок дисциплин – это так называемые междисциплинарные, то есть на стыке нашей профессии и нашей специальности, специализации, со смежными специализациями. И третья – дисциплины профессионального выбора. И это была достаточно трудоемкая, очень кропотливая работа, потому что она у нас длилась практически 2 месяца. Мы вот только недавно наши программы разместили на сайте факультета нашего, и в настоящее время все наши студенты, работодатели потенциальные, все те, кому мы на практику, на стажировку отправляем наших студентов, мы их мнение учитывали, но сейчас готовый продукт они видят на нашем сайте. И поэтому вот эти дисциплины обязательно, скажем, то, что касается права, это и 8 обязательных дисциплин, по которым студенты сдают после бакалавриата внешне независимое оценивание. Вы знаете, это конституционное право, административное судопроизводство, гражданское право, гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс, международное публичное право, международная защита прав человека. Это такие базовые дисциплины, как трудовое право, право социального обеспечения, финансовое право, право Европейского Союза, учитывая специфику нашего региона, это, конечно же, морское и таможенное право, это хозяйственное право, хозяйственный процесс. Среди выборочных дисциплин, вот, которых я уже сказала, так называемые soft skill дисциплины, это, например, конфликтология, это социальный диалог, это самоменеджмент. Среди выборочных профессионального профиля, то, что касается специальности менеджмента, например, государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, управление ресурсами. Наша программа «Освітня по праву», я сказала, что речь идет о специализации защиты прав человека. И в этом уникальность нашей образовательной программы, потому что она рассчитана на подготовку юристов и бакалавров, и магистров, у которых будут очень широкие возможности трудоустройства. Потому что именно наша специализация, в отличие от специализации других факультетов, где более узкие направления охвачены, наша профессия, наша специализация позволяет им работать после окончания нашего университета и получив диплом выпускника социально-правового факультета, это и органы государственной власти, органы местного самоуправления, это правоохранительные органы, и здесь
есть вот самый широкий выбор у них. Это и профессия прокурора, судьи, адвоката, нотариуса, юрисконсульта. Это юридические компании, это юридические общественные организации со знанием языка. Очень хорошие перспективы, очень хорошие возможности. Это работа в межправительственных организациях, неправительственных организациях. То есть именно вот ни один руководитель органа юридического или какой-то компании, фирмы не скажет, вот мне не подходит ваша специализация, она очень узкая, потому что мы исходим из того, что юрист – это независимая профессия, которая призвана обеспечивать верховенство права и защиту прав человека. Вот именно такие широкие возможности, я подчеркиваю, в плане трудоустройства, могут и имеют только выпускники социально-правового факультета. Дякую, пані Галина. Карина, вы майбутній випускник, я сподіваюся, факультету, навчання, ці роки навчання, які вони є для вас, це відповідальність, це і радість від спілкування з викладачами. Що ще додайте, будь ласка? Знаєте, з особистого прикладу хочу сказати, що студентські роки – це найяскравіший і найнезабутній час в житті кожної людини. І саме ось я навчаюсь на соціально-правовому факультеті, можу з певністю сказати про те, що ні на хвилинку я не пожаліла про те, що 5 років тому я подала документи саме на соціально-правовий факультет. Чому? Тому що в нас прекрасна команда, як і студентської ради, так і профкому, які завжди організовують, ми організовуємо яскраві заходи, конкурси, різноманітні науково-професійні візити, культурні поїздки, як і по Україні, так і за кордон. Навчання у нас проходить, знаєте, як на одному диханні. Постійно проводяться різні олімпіади, всеукраїнські конкурси. Нас також в нашому університеті запроваджена така програма, як академічна мобільність, де студенти соціально-правового факультету, в першу чергу, мають можливість отримати знання і обмінятися, так скажемо, досвідом зі студентами інших структурних підрозділів в інших містах та областях України. І саме тому я хочу сказати, що справді дуже важливо, що в наш час на нашому факультеті проводяться різноманітні ось такі ініціативи, які підтримуються в першу чергу ж і керівництвом як і факультету, так і університету президентом академіком Сергієм Васильовичем Ківаловим. Олександре, хотілося б, щоб також додали про особливості процесу навчання на факультеті. Так, це дійсно відповідальність не тільки для студентів, але й для викладачів. Розробка програм, які були б затребовані в 21-му сторіччі. Тут я, наверное, в первую очередь скажу, что я здесь могу присутствовать как будущий работодатель студентов, потому что совмещаю практику с научно-педагогической деятельностью, таких как я, преподавателей. Много на социально-правовом факультете, я думаю, до 70% доходит практикующих юристов. И поэтому для нас важно, чтобы, приходя на работу, к нам приходил не просто студент, а лицо, которое уже обладает определенными профессиональными навыками и которое за короткий промежуток времени сможет адаптироваться, уже профессионально начать выполнять работу. И поэтому как бы установкой в целом по академии и на социально-правовом факультете, чтобы каждую минуту времени студенту прививались какие-то практические навыки. Потому что студент это и будущий юрист — это не только объем каких-то знаний, а это объем профессиональных навыков, причем актуальных, те, которые в конкретный момент времени. И это то лицо, которое сможет потом актуализировать и поддерживать в наибольшем актуальном состоянии свои навыки. И для этого мы используем различные практические приемы, которые достаточно давно уже внедрены в социально-правовом факультете. Ну, то есть мы решаем практические кейсы. Причем это не какие-то абстрактные задачи, это реальные ситуации жизни, иногда немного вариативны для решения, иногда очевиден проигрыш для клиента, и мы ищем выход из ситуации, который позволит максимально минимизировать потери для клиента. Мы постоянно ходим в судебные заседания судов всех инстанций, как в Одесском регионе, так, в принципе, и по Украине. То есть составляем документы. То есть это как процессуальные, процедурные документы. Мы очень часто имитируем судебные процессы, судебные дебаты, примирительно-третейские процедуры. Учимся участвовать в коллективных переговорах. Если говорить о привлечении со стороны лиц, то очень часто к нам приходят с мастер-классами известные адвокаты, лидеры юридического бизнеса региона для того, чтобы поделиться своим опытом, дать какие-то полезные советы для студентов. Ну, например, на последних курсах я как бы преподаю и медицинское право,
чуть раньше преподавал занятость и трудоустройство. К нам приходили адвокаты, которые ведут медицинские дела. К нам приходили врачи. Это сегодня очень важное направление. Очень, да, поскольку медицинское отрасль развивается очень активно, очень много частных игроков появилось в Одесском регионе. Приходят врачи, потому что интересно посмотреть их мнение со стороны. Приходили HR, известные менеджеры, для того, чтобы хотя бы показать, как составлять собеседование, как вести себя на собеседовании, как учиться коммуницировать с людьми. Но в целом говорю о том, что в Академии создан очень большой механизм, очень много инструментов, которые позволяют создать для студентов самый широкий спектр возможностей для того, чтобы, скажем так, они сформировались именно как юристы практики. Это и базы прохождения практик. В принципе, студенты юридической академии могут пройти социально-правового факультета, могут пройти практику, и каждый год они проходят фактически в любом учреждении страны и региона. У нас налажены деловые связи, есть постоянные коммуникации. Если студент по каким-то причинам не может найти себе базу практики, мы им поможем. В том числе юридическая компания, где я работаю, мы берем около 10 студентов в год на практику. И в том числе принципиально заявляем, что они выполняют там профессиональную работу, которая отвечает их уровню. У нас есть юридическая клиника. При этом отмечаю, что 70% вопросов, с которыми приходят люди, это именно вопросы социального права. А это как раз компетенция, специализация социально-правового факультета, вопросы социальной защиты, занятости, трудоустройства, безработицы, назначения, перерасчета пенсии и так далее. Государственных пособий, в целом материальное обеспечение. Студенты там учатся коммуницировать с людьми, учатся ставить для себя задачи, учат варианты выхода из сложившейся ситуации. Тут, пані Глина, ми бачимо, що є практика, є в майбутньому робоче місце. Це те, що багато років вже було запрограмовано в університеті завдяки позиції керівництва юрикадемії. Звісно. Начиная с первых курсов, вот Александр Сергеевич об этом сказал, Сергей Васильевич Кивалов максимальное внимание всегда подчеркивает и обращает внимание на то, что нужно соединять теорию с практикой. И студенты наши проходят практику на втором курсе, третьем курсе и уже на первом курсе магистратуры. И это самые широкие, самые разнообразные базы практики. Мы не привязаны к какому-то одному органу. Это и правоохранительные органы, я уже об этом говорила, это и органы государственной власти, органы местного самоуправления, компании юридические, но это то, что касается специальности права. А у нас сегодня идет подготовка и по специальности менеджмент, специализация международный бизнес. Вы знаете, что на сегодняшний день профессия менеджера одна из самых востребованных в нашем обществе. И здесь также широкие возможности трудоустройства у наших выпускников, потому что у них есть возможность работать и в учреждениях Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, в дипломатических представительствах, консульских учреждениях, в международных экономических, межправительственных и неправительственных организациях. Они могут быть успешными руководителями и специалистами иностранных представитель бизнес-структур Украины всех форм собственности. Предприятия с иностранными инвестициями, ведущие компании с иностранным капиталом, представитель транснациональных корпораций в Украине. Это компании, которые обеспечивают внешнеэкономическую деятельность, предприятия морехозяйственного комплекса, это страховые, консалтинговые компании, это бизнес-структуры во всех сферах экономики Украины. И что немаловажно, может быть и самое важное, что кроме возможности трудоустройства, мы с вами понимаем и знаем, что и профессия менеджера, и профессия юристы одни из самых высокооплачиваемых в нашей стране. И если привести примеры менеджера, то начиная с низшего звена, а потом уже и среднее звено, и топ-менеджеры, сегодня это одни из самых высокооплачиваемых профессий в Украине. Поэтому вот именно таких специалистов мы хотим и стараемся готовить, но повторяю, что с младших курсов соединяем теорию с практикой. И вот я дополняю Александра Сергеевича, что мы максимально пытаемся внедрить в учебный процесс современную методику обучения. Кроме того, что он сказал, со второго курса на специальности менеджмент у нас проводятся бизнес-тренинги, потому что вот эти качества управленца и навыки
принимать комплексные управленческие решения, это нужно формировать, начиная с первого курса. И мы этому уделяем очень большое внимание. Ролевые деловые игры, мастер-классы, о которых говорил Александр Сергеевич, это не только ведущие юристы нашего города и Украины, это и международные гости. Вы знаете, что в Академии Сергея Васильевича Кивалов огромное внимание, ну, с момента создания Академии уделяет развитию международных связей. И это и языковая подготовка, которая ведется у нас. Мы с первого курса в течение 4 лет и на специальности права, и на специальности менеджмент большое внимание уделяем языковой подготовке. Кроме основного иностранного языка, еще второй язык изучается профессионального направления. Вы знаете, что уже почти 20 лет уникальный проект, который был внедрен Сергеем Васильевичем, это преподавание и юридических дисциплин, и дисциплин экономических и по менеджменту на иностранных языках, английском, немецком, французском, испанском языках. И иностранные гости, которые к нам приезжают, это ведущие ученые вузов Европы, США, Канады, это руководители крупных европейских юридических компаний, которые приезжают к нам, проводят мастер-классы, выдают сертификаты нашим студентам, а затем, отбирая их, берут себе на бесплатные стажировки. Это, по-моему, очень важно. И вот как раз этому направлению мы уделяем огромное внимание, потому что наши абитуриенты часто спрашивают, вот расскажите о вопросах, которые мы проводим на днях, расскажите о международных связях. Вот мы обращаем, что начиная с первого курса, даже вот зимнюю сессию, после первого курса, у них есть возможности широкого выбора стажировок, практик. В фирмах, о которых я говорила, в компаниях, в вузах Европы, США, Канады. Но, повторяю, для этого нужно хорошо знать английский язык, чем мы и стараемся нашим студентам, чтобы они были этим заняты. Пані Карина, наприкінці ефіру хотів би запропонувати вам запросити абітурієнтів до саме вашого факультету. Шановні абітурієнти, наші майбутні студенти, запрошуємо вас стати членом, частиною нашої великої та дружньої сім'ї Соціально-правового національного університету Одеська юридична академія. І також хочу ще зазначити декілька слів про те, що саме на соціально-правовому факультеті комфортабельні умови як навчання, так і проживання. Оскільки гуртожиток, який знаходиться в центрі міста, неподалік від моря, так до навчального корпусу взагалі декілька хвилин, а для нас, для молоді, це надзвичайно круто і важливо, що навіть до самого центру прогулятися по відомій вулиці Дерибасовської всього лише 10 хвилин пішки. Я хочу запросити в продовження Каріни Руслановні. 30 июля в 14:00 состоится День открытых дверей Соціально-правового факультета. Відеоконференція в Зумі. Ми приглашаємо абітурієнтів, ми відповімо на всі вопроси, які у них виникнуть. Спасибо. Дякую, запрошуємо ще. Приходьте обов'язково з гарними новинами. Будемо чекати. Успіхів вам, вашій діяльності. Дякуємо, навзаєм. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.